Привет, малыш! Меня зовут Вероника. А ты хочешь узнать, что в моей красивой коробочке? Да? Отлично! Я тебе буду описывать животное, а ты должен будешь его угадать. Поехали! Малыш, я нащупала крылья и клюв. Как ты думаешь, кто же это? Может быть, это хомяк? Но нет, у него нет клюва и крыльев. Малыш, кто же это? Да, правильно, это птичка. Продолжаем. Малыш, я нащупала 4 лапы, ушки. И хочу сказать вам по секрету, это самый верный друг человека. Как ты думаешь, малыш, кто же это? Да, правильно, это собака. Продолжаем. Ребята, я нащупала гриву и копыта. Как вы думаете, ребята, кто же это? Может быть, это лев? Но нет, у него нет копыт. Как ты думаешь, малыш, кто же это? Да, правильно, это лошадка. Ребята, я нащупала тут 4 лапы, носик. И хочу я вам сказать, он очень любит мед. Как вы думаете, ребята, кто же это? Да, правильно, это медведь. Помогу я бабушке варежки вязать. Мы сегодня петельки будем все считать. Раз, два, петелька, три, четыре, пять. Нравится мне с бабушкой варежки вязать. Помогу я бабушке шапочку вязать. Снова будем петельки с бабушкой считать. Раз, два, петелька, три, четыре, пять. Нравится мне шапочку с бабушкой вязать. Быстро катится клубок, извивается, и одежда из него получается. Не пойму я ничего. Помогу носочки я бабушке вязать. Снова будем петельки с бабушкой считать. Раз, два, петелька, три, четыре, пять. Нравится носочки мне с бабушкой вязать. Теплый свитер бабушке